Добрый день, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы приехали в Бинран на фестиваль сирени и хотим пообщаться со специалистом Смольного института Лещинским Максимом Петровичем о фестивале, о сортах сирени, о том, что вообще это за событие, как оно появилось и собирает каждый год огромное количество народу. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, этот фестиваль фактически первый цветочный фестиваль в Петербурге в календарном году. Он собирает огромное количество народу. Появился он совершенно случайно на одном из сиреневых дней, которые мы проводили в Царском селе, когда мы познакомились с президентом гильдии парфюмеров Оксаной Чернишовой. Она представила на выставке три старых винтажных аромата сирени, которые производили в советское время, и интересовалась тем, почему появился этот фестиваль, как он появился в Царском селе и какая причина. Выяснилось в том, что в Царском селе это вообще событие происходило не случайно. Они отмечали день рождения императрицы Александры Федоровны 6 июня каждый год, поскольку у Александры Федоровны сирень была самым любимым кустарником, и он украшал ее собственные апартаменты практически круглогодично. Узнав об этом, Оксана предложила идею делать этот фестиваль именно зимой, чтобы возродить традиции дореволюционной России, когда сирень на российский рынок представлялась круглогодично. Действительно, если посмотреть старые фотографии, то сирень украшала Эрмитаж, сирень украшала интерьеры Царского села. Она выгонялась здесь, в Ботаническом саду Петра Великого, практически с осени до ранней весны. Даже специально для этого из Германии, а Петербург – это портовый город, да, в Кронштадт из Любека морским путем поставляли ветки сирени. Поставляли не просто так, а для выписанного из Германии флориста Германа Эллерса, который держал цветочные магазины по всему Петербургу, и специально для него в Германии делали выгонку сирени и привозили в Петербург. В том числе новые сорта выгонялись здесь, в Ботаническом саду Петра Великого, поэтому, собственно, фестиваль и родился здесь. Родился он 5 лет назад, в этом году у нас юбилей. Назывался он поначалу «Февральская сирень», поскольку он был полностью посвящен сирени. В 2017 году стало ясно, что формата фестиваля абсолютно недостаточно, чтобы охватить все искусство выгонки. А искусство выгонки, это как бы считается среди садоводов, это высший пилотаж, потому что надо быть не только хорошим агрономом, надо знать физиологию растений, надо иметь соответствующие площади, надо уметь работать и в открытом грунте, и в теплице, чтобы действительно достигать определенных результатов. Действительно, чтобы выгнать куст сирени, его надо готовить очень задолго до того, пока он попадает в теплицу на выгонку. Примерно начинается все, отбор начинается перед самим цветением кустов, когда мы обращаем внимание на сам габитус куста, на его форму, на его физическое состояние, на его здоровье. Смотрим, как он цвел в прошлом году, потому что, например, если это было первое цветение, то куст уже годится. А если он не цвел в прошлом году, значит, он в следующем году будет цвести первый раз, а первое цветение, оно не всегда непредсказуемо, поэтому, естественно, результатов можем не получить. На самом деле, мы ездим в специальный питомник во Всеволожске, который у нас выращивает в контейнерах сирень, а сирень для выгонки годится, как правило, выращенная в контейнере. По двум причинам. Первое, то, что стесненные условия корневой системы помогают ее легче выгонять. Она на радостях скорее выгоняет цветочные почки в теплице. Во-вторых, потому что это, в принципе, удобно перевозить, не надо выкапывать и нарушать ком и корневую систему. Взяли за основу старый немецкий метод, который использовался еще здесь, при Регале, в Ботаническом саду при Петра Великого, когда Регаль был директором. Он использовал систему выгонки в своих теплицах. Но сирени в его время было мало. Ее стали завозить так активно только в конце 19 века. Благодаря любви сирени, в том числе императрицы Александры Федоровны, сирень становится самым модным и популярным кустарником в конце 19-го, в начале 20 века. Интерьеры начинают украшать сирени, там она появляется, мода на сиреневых платьях. Даже есть такая пометка, что в Смольном институте мы нашли в журнале такую запись, что девушки в платьях белой сирени гуляли по парку. То есть настолько была важна вот сама культура, что описывали даже сирень в белых окрасках. До революции в России и здесь, конкретно в Ботаническом саду, который был основным распространителем сирени по Петербургу, было не менее 30 сортов сирени, но ее в то время называли сирень французской, потому что
практически все, что происходило до периода французской селекции, это середина 19 века, когда Бельгия получила независимость, и там произошел такой всплеск на моду по развитию селекции, по развитию садоводства, стали закупать новые растения, заниматься селекцией. Тогда и появились первый махровый сорт азолия плена, тогда появились первые цветные сорта сирени. Это вот легло всего лишь в основу того, что происходило потом. В 19 веке Виктор Лемуан, француз, заболел этой культурой, и начиная с 1870 года начинается огромная работа по селекции. И эта работа продолжалась потом сыном и внуком Лемуана. 274 сорта сирени вышло из их питомника, известных во всем мире. После чего, после революции, сирень переживала эпоху гонений. Особенно это касалось Москвы, где ее нещадно вырубали. Странным образом Петербурга это не коснулось. У меня есть фотографии в Смольном институте, где сирень на главном дворе росла вплоть до 1965 года. Мало того, мы находим в описаниях старых паспортов 1937-1939 года, где написано: сирень из буржуазной Франции 1912 года посадки в хорошем состоянии. Вот, то есть на данный момент ее старались, наоборот, как бы сохранить, описать и вставить официально в коллекцию. 30-40-е годы очень сильно сказались на селекции, особенно отечественных сортов. Появляются сорта Леонида Алексеевича Колесникова, в том числе вот выставленные здесь на экспозиции «Сирень Колесникова мечта». Это первый наш селекционер, имеющий целую плеяду своих учеников. Это и Вехов, и Станкевич, и взявший, к сожалению, умерший только прошлой осенью, в 2019 году, Николай Михайлов, он был куратором коллекции ГБС Главного ботанического сада и был прекрасным селекционером, ему принадлежит ни много ни мало 18 сортов, и один лучше другого. Вот, в этом году мы специально каждый год стараемся выгонять какую-нибудь сирень Колесникова. Вот в этом году у нас на экспозиции «Надежда и мечта». Мечта, она прекрасно подходит для выгонки, хотя в этот год для нее был не очень удачный из-за аномальной зимы. Обычно она у нас получается намного темнее. Теодор Хермер приехал к семье Лемуанов, познакомился с Виктором, его женой и сыном Эмилем, который продолжил дело отца. Был впечатлен результатами, полученными при скрещивании сирени, и решил заняться этой культурой у себя в Штатах. Результатом стало 40 сортов. Мало того, очень часто встречается на рынке такой сорт, как Катерина Хавермейер. Этот сорт не Хавермейера, это сорт Лемуана. Просто настолько Виктор и Эмиль Лемуан были восхищены женой Хавермейера, что решили ей посвятить один сорт, который, кстати, входит в семерку самых популярных сортов в мире. Он тоже здесь есть. Вот он. Вот это Катерина Хавермейер. Вот. Здесь же также представлен один из лучших сортов Эмиля Лемуана, старшего сына Виктора, сувенир Алисы Хардинг. Вот он высокий, возвышается. Посвящен Элис Хардинг, знаменитому садоводу, написавшей несколько изданий и книжек по пионам, по гладиолусам, по цветам, по флоксам, это самое, по розам. И ее настолько уважали и ценили, что ей было посвящено аж два сорта. Это было миссис Эдуард Хардинг и сувенир Алисы Хардинг. Сорта два, а посвящение фактически одной женщине. Еще здесь есть интересного из экспозиции. Это вот еще один сорт, вот можно даже отойти. Это сорт называется Андрюша Громов. Колесников посвятил его своему любимому ученику Громову, известному селекционеру. Мы его прежде всего знаем по сортам гладиолусов.
Здесь сейчас, если посмотреть экспозицию, практически 91 сорт представлен на фотографиях. Это все достижения уже российских селекционеров. 2 года назад мы отмечали юбилей Колесникова, 125 лет со дня рождения Леонида Алексеевича, куда приехали кураторы коллекции из Новой Зеландии, из Штатов, из Канады, из Китая, из Японии, из Европы, практически из 14 стран мира приехали отметить с нами это событие. 7 дней из них они провели в Петербурге и признали лидерами именно Россию в сиреневом бизнесе. То есть вообще на самом деле настолько шагнула селекция у нас, как она не шагнула больше нигде. Мало того, в Европе и в США уже популярность сирени становится так, уменьшается немного, хотя у них есть тоже великие достижения. Это селекционеры Джон Фиала, Эльзабелла Кларк, Гульда Клагер, которую еще при жизни звали Леди Сирень. У нее, кстати, у нас на экспозиции представлен один из ее лучших сортов Гульде Клагер. Это Дрезден Чайна. Великолепная выгонка, она каждый год не подводит, великолепно выгоняется. Вот. И, кстати, мы вот стараемся сделать как бы праздник такой интернациональный, не только для наших гостей, но и в сфере кустов сирени. Мы всегда стараемся взять от какой-то школы вот хотя бы по 1-2 сорта. То есть русская школа у нас представлена хорошо, но мы постараемся учитывать, что показать людям и сирени Штатов, и сирени из Европы, из Франции той же, и даже иногда получается из Японии, из Китая. То есть вот все национальные школы, которые этим занимались когда-то, у нас представлены всегда на выставке. В этом году сиреневый февраль. Сиреневый февраль мы вынуждены были переделать, как я уже говорил, поскольку формата вот февральской сирени было абсолютно недостаточно для того, чтобы показать вот все искусство выгоночных растений. Вот, поэтому пришлось его переименовать и сделать его действительно вот таким весенним, майским, таким радостным, и, мало того, возродить традиции дореволюционного Петербурга. Максим, спасибо вам огромное за ваш увлекательный рассказ, прекрасную выставку. Угу. Мы отснимем все экземпляры, надеюсь, что нам удастся показать все 100. И сколько там у вас их, просто глаза разбегаются. Да, у нас здесь 91 сорт на фотографиях и больше 17 сортов выгонки. Прекрасно, я надеюсь, что все получат огромное удовольствие от этого фестиваля. Да. Большое спасибо вам за вашу работу. Да, фестиваль все больше и больше набирает народу. В прошлом году было 2 дня, в этом году 3 дня. Это вот прежде всего связано с праздниками нашими. Вот, тем более это проходит действительно в такой мужской день, когда мужчины присматривают уже цветы для своих женщин. А что может быть прекраснее весенних цветов? Ну, это символично, да, замечательно. Поэтому... Спасибо вам огромное. До свидания.